Всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. И сейчас я предлагаю вам прогулку вечернюю по Мандарину в Адлере. Мандарин — это торгово-развлекательный центр в европейском стиле. Сейчас будем в него, можно сказать, заходить. Здесь много ресторанов, баров, клубов. Смотрите, вот этот интересный ресторан «Вода». В общем, пойдемте сами посмотрите. На самом деле очень интересная локация. Посмотрите, какая атмосфера. Это самый топовый клуб «Виноград» здесь. Он сейчас на реставрации. Летом в него сходим. Сегодня суббота, поэтому все клубы работают и народу очень много. Летом здесь примерно раз в 5-10 народу больше. Мы сейчас по самому центру Мандарина, получается, двигаемся. Здесь есть развлечения на любой вкус. Мужские, женские клубы, кафе, бары, рестораны. Есть бильярд, компьютерный клуб. В общем, очень много всего. Кальянные. Друзья, мы переместились к реке Мзымта. Там у нас аэропорт. Регулярно прилетают самолеты. И сейчас еще пройдемся. Зайдем с другой стороны. Взяли чай, идем пьем вкусный чай марокканский, обалденный.
и наслаждаемся этими красками. В принципе, можно подняться на второй этаж. Смотрите, какая-то лестница. Так, это бар, ресторан, караоке, мандарин. Идем по эскалатору. В мандарине жизнь только начинается. Выбора очень много, друзья, куда пойти. Мне кажется, на любой вкус найдется. Вот такой он, друзья, мандарин интересный. Немножко познакомились с ним. И тут 200 метров и море, друзья. Ну что, на этом прекрасном моменте я прощаюсь, друзья. Желаю вам удачи. Пусть у вас все получается. Поставьте мне лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Всем счастливо!